Ну, что могу сказать по этому поводу? Здесь спрашивают, что такое выйти на уровень творения, что вы под этим подразумеваете? Ведь творят многие, пишут стихи, рисуют, но, наверное, это не то. Совершенно неправильно, это не то. Потому что под уровень творения, я специально же говорил, что когда, что такое творение? Это когда человек выходит на уровень управления и влияния на пространство и время. Потому что время – это условная единица. Ну, поэтому можно сказать о пространстве. Когда человек свои силы, свои мысли и своими действиями может изменять пространство и влиять на процессы, происходящие в пространстве. Вот это уровень творения. А стихи, там, рисование и так далее, музыка – это все прекрасно, это способствует, но это не совсем то творение, о котором мы говорим в данном случае. Следующий вопрос –